Приключения телеканалов Останкино. Три. В кабинете первого канала. Да. Почему-то ни одна из передач не может принести ни одного прибыли. Ну и шоу «Время покажет» вообще тоже непопулярное шоу. Все говорят, что это точно непопулярное. Не знаю, что там будут делать, но вряд ли все это должно быть. Это я сегодня увеличил рейтинг. В том, что я собираюсь продать программу сегодня вечером, а также продать передачу «Время покажет». Из-за этого у меня будет снижен рейтинг. И может рейтингом канал след либо «Россия-1», либо «НТВ». Ну не знаю, вряд ли это поможет. Ну, точно, навряд ли. О, первый канал! Здравствуй! Привет, «Россия-1». Уже слышал в том, что я собираюсь продать кое-какую-либо передачу. А можешь мне продать эту передачу сегодня вечером? Конечно. Спасибо. А когда ты сможешь сделать окончательное завершение продажи? Через неделю. Ну ладно, через неделю будет премьера. О, привет, первый. Привет, ТВ-3. Ты хочешь что-то продать? Конечно, я собираюсь продать эту программу, называется «Гадалка». Да все говорят, что это не популярная передача. И, кстати, в общем, уже появилась у тебя... Уже соберешь себе. Я могу завершить ее через 5 дней. Отлично. Если что, будет премьера будет с понедельника по четверг. В 14 ровно. 14 ровно? Ну окей. Заодно будет, что будет, нужно будет сделать. Да. Малый рейтинг. Это еще не значит, что это все потеряно. Первый канал, я слышал, что у тебя снижаются рейтинги после продажи одной передачи, которую ты продал для «России-1». Для «России-1»? Это которая сегодня вечером? Да. Возможно, у тебя снизился рейтинг. Все нормально, я просто сделал на продажу. Но только не тут-то было. Да, но только у тебя рейтинг снизился на полпроцента ниже. Да, если совсем уменьшится, то вообще придется закрыться. Пойду прогуляюсь, что ли. Тем временем на площади между Останкинской башней. Да, что-то явно сегодня не очень, ну хороший день. О, первый канал, привет. Здравствуй, Москва-24. Что, я слышал, что у тебя не явно стой день. Да, снижается рейтинг. У меня рейтинг снизился после продажи передачи сегодня вечером. Снижается рейтинг после продажи одной передачи? А мне об этом не «Россия-24» об этом сообщила. О, здорово, первый! Привет, у меня снижается рейтинг. Рейтинг снижается. А можешь ты мне уступить место на первой кнопке? Еще чего не хватало. Меня же и так уже назвали в 2002 году первым. Обозначайте, что я на первой кнопке. Если не хочешь уступить, ну, пеняй на себя. Хоть что-то придумаю.
Принять на себя. Да. Явно что-то не так. Пойду за то, что ли? Тем временем на аппаратной станции Астакинской башни. Никого! Заходи, Чия! О, действительно, никого нету. Смотри! Тут целых 20 экранов работают, которые здесь на аппаратной работают. Работают, чтобы либо отключить канал, либо включить просто обратно. Хорошо. А что мы будем делать на этой аппаратной станции? Мой план является отключить ТНТ. Ты собираешься отключить телеканал ТНТ? Да. Если честно, он ТНТ развлекательный. Ну, навряд ли ты будешь закрывать его телекомпанию. Сначала я должен буду отключить, а уж потом закрывать. Так, где же экран? Экран, который... если честно, то телеканал ТНТ находится на 19-м слоте РТС. Во! Предпоследний! Так. Только осторожней там, а то эти провода тебя сильно тебя уничтожат. О, здорово, Чия! Привет, ДТВ! А, здорово! Что вы там вдвоём делаете на аппаратной? Мы собираемся взломать телеканал ТНТ. Не просто взлом, а отключение. А после я объявлю захват. Хотите взломать ТНТ? Я в этом мастер. Отойдите. Так, нужно оторвать любой какой-то провод, и его трансляция будет приостановлена. Надо же, какой сообразительный. Не то, что дважды два. Отлично! Мы заблокировали ТНТ. У кого-то есть что-то вроде антенки? У меня с собой есть подключатель, чтобы я переставил свой канал на 19-й слот. Пересадка на 19-й слот. А чего тебе не нравится на третьем мультиплексе находиться? Полная ерунда полная. И вообще, кто мог сказать, что третий мультиплекс будет открыт? На, в общем, бери. Флешка? Как хочешь. Отлично! Дважды два работает! Ну и что мы стоим? Бежим! Привет, Первый канал! О, привет, АТВ! Ты тоже на телебашне? Конечно! Мне всегда нужно будет проверять, что там действует. Все 20 слотов в цифровом телевидении. Так, давай посмотрим. Итак... Что? Флешка дважды два? What the fuck? Пипец, помню. И откуда вообще флешка? Дважды два? Вот ты дважды два. Я тебе за это закрою твой офис в Останкино. И твоя аренда будет очень дорога после 97-го года. Так, ясненько. Там был отключен провод. Из-за него там находится... За место него находится флешка. Так поставь его на место там, где раньше была флешка. Отлично, ТНТ работает как новый. Ребят, сегодня я слышал в том, что дважды два заблокировал трансляцию ТНТ. Мы там уже в курсе. Да, мы его там в курсе. И дело в том, что рядом с диновщиком было дважды два, и не только. Там были еще и ДТВ и Чия. Я в этом все выяснил, смотря камеру видеонаблюдения. Да, вот это есть. Когда мы их приходим? Как только они в следующий раз сделают еще один взлом, мы их точно остановим.